Наркополицейские задержали двух молодых людей с 3 килограммами героина. Жители Казахстана приехали в Омск неделю назад, чтобы продать наркотики. Молодые люди сняли квартиру на Иртышской набережной, где их и задержали наркополицейские. У них изъяли пакет, в котором были 2 полуторалитровых бутылки с порошкообразным веществом белого цвета, героином, как показала химическая экспертиза. Наркотик в Омск задержанные привезли в багажнике автомобиля, на котором и пересекли границу на территории Черлакского района. Статья за контрабанду и покушение на сбыт особо крупной партии наркотиков предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.